Тем, кто умеет разбирать табулатуру, я скинул табулатуру под описание этого видео. Можете ее просто скачать и посмотреть, как и чего. Для тех, кто любит копаться во всяких мелочах и подробностях, мы сейчас попробуем с вами обо всем подробно поговорить и разобрать этот урок. Поехали. Итак, самый основной риф здесь играется с помощью пулов. Вот, значит, мы с вами вот что делаем. Здесь первый палец у нас выполняет очень значительную роль, когда мы с вами играем пулы. Обычно первый палец у нас с вами используется с помощью баре. Первый палец обычно используется для зажатия баре, или обычно мы просто его ставим, и на фоне его играются разные пассажи какие-то. Вот, а здесь у нас первый палец он делает пул. Обычно, что когда мы делаем с вами пул, у нас что получается? И все струны звучат. Вот. Здесь попробуем с вами сделать это очень тонко. Смотрите, какой прием мы с вами можем сделать. Когда мы делаем пул, то правая рука у нас безымянный палец будет держать первую струну. Для того, чтобы... Потому что если этого не делать, будет вот что. И первая струна будет давать звук. Поэтому безымянный палец. Во-первых, лучше всего такие рифы играть, делать минимум гейна. Ну, скажем, я сделал где-то примерно 15 часов, ручку накрутил. Здесь у меня самый нижний датчик, потому что если я сделаю на верхнем датчике, будет немножко звук. Хотя тоже неплохой, но так немножко сочнее. Чуть-чуть посочнее. Вот, итак, значит, сами ноты у нас, смотрите какие. То есть мы играем удар вниз, потом удар вверх, либо же пул делаем. Вот, но лучше всего будет звучать, если вы сыграете два удара вниз и вверх. То есть вниз на пятый лад, потом открытая струна вторая, затем удар вниз и делаем с вами три пула. В этом моменте у нас получается 5-3-0. Но первую струну мы с вами должны обязательно держать безымянным пальцем, иначе будет звучать кварта. Чтобы этого не было, сжимаем просто безымянный пальчик, ставим на первую струну. Вот эту часть ладони, запястье, вот это все, ставим с вами вот сюда. В то место, где у нас начинается машина. Вот мы поставили. Обратите внимание также на то, что вот этот палец у вас, когда вы играете, чтобы он у вас ходил по струнам. Для чего это нужно? Для того, чтобы остальные струны у вас не давали никакого призвука. У вас тогда получится абсолютно чистая игра. Вот. Потом, следующий нюанс. Когда вы будете разбирать это все в табулатуре, то обратите внимание на то, когда вы переходите с одной струны на другую, чтобы у вас не было вот такого. И все струны начинают звучать. Поэтому необходимо обязательно заглушить те струны, по которым вы только что сыграли. Например. Оп, и перед тем, как сыграть третью струну, я пальцем, безымянным пальцем касаюсь третью струну, и одновременно у меня палец прикасается ко второй струне. Тем самым я ее заглушаю. Оп, все, звук пропал. Дальше удар вверх. Здесь то же самое. Дальше мы играем тоже, точно так же. Смотрите, по ладам. Если лень смотреть табулатуру, то получается 5-3-0. Здесь на остальных струнах 4-2-0, 4-2-0, 4-2-0. И все. Потом удар вверх. Потом снова удар вверх на четвертую струну. На пятую струну снова удар вверх. И делаем пул. Пришли, сыграли. Получился вот. По поводу ритма. То есть у вас получается здесь, если мы с вами будем играть сильную долю, то она начинается у нас с мизинца второй струны. Вот. И играется секстоль. То есть два раза по три. Та-та-та-та-та-та. Вот. Две ноты у нас идут за такт. Это как начало. Раз, два, три. Та-та-та-та-та-та-та-та. И приходим мы с вами как раз в сильную долю.
То есть если мы возьмем без вступления, получится вот что. Раз, два, и пришли, сыграли аккорд ми мажор. Ми мажор, вот здесь мы тоже Е аккорд. Мы тоже с вами будем играть таким достаточно интересным способом. Здесь у нас получается вот что. То есть сам аккорд обычный, его все знают. Еще со времен дворовых песен. Вот, и Стиквай тоже его ставил сюда. Кстати говоря, Джибум, это он сделал посвящение для пьесы гитариста Стив Рейвона. Скатул Батин, по-моему, она называется. Вот, смотрите, мы приходим с вами на ми мажор, вот мы пришли удар вниз. Здесь дальше первые две струны нам нужно с вами взять. Должно быть вот это качество, не должно быть флагом. Иначе будет каша непонятная. Для этого что мы с вами делаем? Мы пришли в квинту, мы можем прийти в квинту, пришли, потом здесь у нас квинта звучит и первые две струны. Потом заглушили, поставили палм-мьютинг, поставили здесь 3-0. Затем далее медиатором сыграли кончиком кварту, которые у нас с вами стоят, безымянный палец и второй. И затем далее сыграли опять две струны, первую со второй. Получится достаточно такой прозрачный звук. Несмотря на то, что гитара, она несколько, когда звучат на драйве несколько струн, получается каша. Есть какая-то краска, но гораздо краска лучше, как... Когда с драйвом уже не так. Но несмотря на это, здесь, когда, если мы будем играть правильную струну, как раз будет все хорошо звучать. Еще один важный нюанс. Очень много времени, почему я уделяю именно вот начало этому, потому что дальше идет одно и то же. И поэтому там небольшие только будут варианты этого исполнения. Поэтому очень много внимания уделяем началу этой композиции. Итак, дальше мы с вами, смотрите, что можем сделать. Играем также двумя пальцами. То есть первые две струны, когда мы с вами сыграем, оп, и сюда ставим два пальца, и играем две струны. Либо двумя пальцами, либо кончиком медиатора. Давайте рассмотрим два варианта. Если сыграть медиатором, будет звучать вот так. Теперь то же самое, только с помощью двух пальцев. Кому как больше нравится. Но опять-таки же качество микрофона не передает то, что сейчас находится здесь, в этой студии. Но разница есть, интересно. Медиатором оно немножечко звучит более агрессивнее. Не то, что агрессивнее, более ярче. То есть как-то вот именно пальцами чуть-чуть сдержано. Это уже на любителя, кому как больше нравится. Итак, значит, смотрите, мы с вами пришли, сыграли. Это 4 раза мы играем. 4 раза сыграли, затем переходим на аккорд ля. Вот, когда перед тем, как сыграть аккорд ля, у нас с вами есть такой небольшой нюанс. Вот эту нотку, ноту си, ее нужно немножко дать небольшой акцент. Чтобы струна немножко пискнула, чтобы был от нее такой звон. Затем, далее, смотрите, куда вы приходите. Нам нужно поставить баре на второй лад. Это у нас как раз получается аккорд ля мажор. Пятую струну не зажимаем. И мизинцем. Мизинцем зажимаем сразу две струны. Это у нас первая струна и вторая на пятом ладу. То есть получается, поставили, сыграли квинту. Затем далее продолжим медиатором играть вторую с первой. Заглушили. Затем сыграли слайд обязательно с нотой си, это с четвертого лада. Поставили потом первый палец на первую, вторую. И сделали слайд в третьем ладу. Все просто. И потом пам-пам, подыграли вверх-вниз. Затем то же самое. То есть у нас получилось. И снова уходим в ми мажор.
ни у кого вопросов не вызовет, как его сделать, но даже если и вызовет, то как делается слайд. Достаточно простой прием, но тем не менее, требует небольшого внимания. Но здесь мы просто начинаем, если мы с вами просто начнем, руку поставим и регулярно будем ее двигать к началу грифа. Вот я поставил, никаких звуков нет. Прижал пальцы, начинаю двигать. Вот. Теперь все то же самое, только плюс еще добавляю вот самый первый момент, добавляю медиатор. Но так делать не надо, потому что я сыграл и нота полетела. А нам нужно сделать так, чтобы не было вот этого пау, чтобы не было точки отправной, чтобы было вот у нас что, рука уже пошла и все, и мы добавляем удар. Вот. Еще немаловажный момент, экспрессию добавить на подтяжку. Здесь у нас небольшая хитрость есть, потому что гитара с Floyd Rose, смотрите, что происходит, когда мы делаем подтяжки. Кстати говоря, как подтяжка здесь делается вторая струна 12 лада, третья на 14, то есть интервал прима, унисон. Вот мы сделали. И смотрите, какой интересный момент. Когда у нас гитара с Floyd'ом, то если мы тянем верхнюю струну, то нижняя струна или верхняя, любая другая, она понижается. Смотрите, что происходит. Например, я сейчас буду просто тянуть шестую струну. Что будет происходить с третьей струной? Понимаете? То есть это за счет того, что шестая струна у меня тянет машинку. Какой выход из этой ситуации? То есть мы просто, когда делаем, то вторая струна чуть-чуть тоже подтягиваем палец. Иначе будет у нас не строяк такой небольшой. Вот. И делаем вибрато, потому что когда вы будете делать вибрато, то у вас нужная нота будет находиться здесь, вы до нее доходите, и вот это колебание, это как когда делаем, скажем, какие-то интересные экспрессию в плане вибрато, скажем, там... вот это вот. Одна нота есть, она фиксируется здесь, в голове, и когда мы ее туда-сюда мотаем... Получается достаточно такое экспрессивное вибрато. Вот. Здесь то же самое делаем, но заострять на этом большое внимание мы сейчас не будем. Двигаемся дальше. Вот. Затем далее играем такой же ход. Приходим в Си. Опять ловим. Здесь у нас идет с вами повтор. Повтор того, что мы делаем от ля мажора, только здесь. Здесь можно, смотрите, как сделать. Мы сыграли с вами удар, пришли на слайд, дернули две струны, первую со второй. То же самое. Сыграли. Потом повторили аккорд ля. Поймали звук. Здесь продублировали. Вот. И дальше у нас происходит концовка. Затем сыграли флажолет. Флажолет лучше всего здесь сыграть между третьим и четвертым ладом. Вот, даже чуть-чуть поближе к четвертому ладу. Он будет здесь звучать. И последний ход. Достаточно такой интересный, но сложный в том плане, что работает мизинец. Значит, здесь мы играем с вами пул от первого пальца. Прошу прощения, от первой струны. Потом идем на вторую струну, делаем тот же самый пул. Потом, то есть 5-0, на второй струне тоже 5-0. Потом играем, сделали два пула. Потом продублировали эту ноту с помощью клада. Потом снова на вторую струну открытую. И возвращаемся на третью струну и играем. И пришли с вами на четвертую струну второго лада. Дальше, после этого начинается сама композиция. Желаю всем успехов, хорошей игры и выносливости в руке. Также записывайтесь ко мне на уроки в скайпе. И для тех, кто еще не приобрел книгу «Гитарные схемы для импровизации», приобретайте. Пока!